Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби, вторая часть. Ну что же, play event. Будем начинать именно с ивента, как всегда. И тут у нас даются клубнички. Надеюсь, что мы сегодня с тобой еще заработаем штучки 3. Так, что-то нам показали там довольно серьезных противников, если честно. Ну-ка, да, действительно, она стреляется, даже если не созрела. Так, тихо, зомби. Хорош, успокойтесь, пожалуйста. Бегут они. Так, орехи, я думаю, нам здесь помогут, да? На начальной стадии. Так, клубнички с тобой везде нам нужно посадить. И желательно не по одной штучке. Так, куда ты бежишь, а, олух? Давай сюда поставим. Блин, вот этот бесявый, конечно, чувачок. Вот этот чувачок бесявый. Так, давай-ка мы тут их замедлим всех. Блин, сейчас орех мне этот просто пере... А, нет, уже не перебросит, мы его подбили. Шикарно. Так, капелька, а для чего мне дают капельку? Кого я тут могу заморозить? Так, давай бомбить. Потому что здесь эти клоуны притопали. Да ну. Хорош, ёпрсте. Слушай, а зачем? Чё-то я не могу понять, для чего мне здесь нужен этот... Извини меня... Так, ну-ка. Бабах! Замечательно взорвалось. Так, вот этих вот клоунов нужно всех подбить. Чё, они там выжили, я не могу понять. Замечательно. Всех уничтожаем. Никого, друзья, мы не подпускаем. Так, а вот эти вот... А, вот для чего нам с тобой дали... Из меня персики. Потому что вот эти вот говняки как раз и будут это все дело у нас сталкивать, да? Мы этого позволить себе не можем, поэтому погнали. Бомбим, что есть мощь. Так, давай-ка сюда еще. Хотя в данный момент она нам не нужна. Так, куда вы идете, а? Орех вам, как говорится. Здесь добивочные делаем. Так, никто там не идет пока. Пока вроде бы нет. Ага, ага, ага. С танцорами с этими появились. Сейчас мы с ними разберемся. Вон тех надо подорвать. Здесь, естественно, обездвижить. Ну и начинать уничтожать. Бомбим со всех видов оружия, которые только у нас есть. Так, я не понял, почему этот зомби стоит тут до сих пор, хрумкает мой орех, а? И вот здесь вот фараон. Что ты здесь делаешь, а? Вот так вот. Слушай, ну на самом деле клубничка — это какая-то имба. Мне очень нравится, как она действует. Так, 3 чертополоха нам выпало, 3 кактуса и 1500 голды. Слушай, удивительно, почему мне не дали клубничку? Обычно за прохождение ивента мне давали хотя бы одну. Да, одну пиньяту с клубникой. Но в этот раз не получилось. Ладно, давай-ка мы с тобой еще разочек сыграем, мне очень понравилось. Ну что, друзья мои, поехали. Как обычно, выставляем с тобой везде клубнику эту. Пускай она подрастает. И потом уже начнем с тобой массовую атаку. Просто вот так вот по всем пройдемся. И... Слушай, орех у меня здесь обычный, да? Уже без защиты. Плохо. Тот-то был поэффективнее орешек. По крайней мере, его не так быстро съедали. А это да. Этот сейчас быстро тут расхрумкают. Ладно, мы пока с тобой прикроемся здесь по всем фронтам, да? Чтобы все дорожки были у нас прикрыты. Ну-ка, давай-ка бомбанем. Большой радиус поражения у клубники. Так, тихо-тихо, с лопатой нам здесь не нужны. Замедляшку поставим с тобой. И надо вот этих вот всех добивать. Так, клоунада там бежит. Нет-нет-нет-нет, клоунам тут не место. Так, эти говнюки едят орехи, а? Ты посмотри. Упал. Что-то много зомбарей. Эй-эй-эй, погоди. Давай-ка вот так сделаем. Здесь уничтожаем. Я вот не могу одного понять. У клубники действительно такой дамаг? Или она просто здесь такой показывает? Просто с двух выстрелов уничтожает вот этого вот робота? Или она прокачана просто по максималке? Если она так будет ушатывать этих всех зомби, то, конечно, я эту клубничку хочу, чтобы она у меня
была. Очень хорошо наносит урон. Мне нравится. Так, тихо, 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 зомби. Успокоились. Так, что у нас тут? Листочек. Я даже, как говорится, не применяю, ребята, удобрения. Бамс, нормуль. Поехали. Орех можно вот сюда, наверное, поставить. Давай еще разочек с тобой сделаем. Ты дыщ. Просто вырубает всех. Причем так быстро. Да, клубнички — это хорошо. Ну что, у нас еще сегодня с тобой будет арена. Ну-ка давай посмотрим, что у нас тут. Ну вот, видишь, вот тут уже нормально. Тут достается нам 3 клубники. Так должно было быть и в первый раз. Но почему-то мне сказали: Рэй, тебе сегодня не положено. И 3 лавгуавы. Замечательно. Ну что, бежим с тобой на арену и посмотрим, что у нас там происходит. Надо, кстати, зайти еще в Пенни. Подожди-ка, я могу кого-то прапать, так ведь? Мне неспроста здесь показали. Ага, может быть, лаву гуаву? Нет, смотри-ка, не можем. Опачки, чертополох, ребята. Он у нас прапывается до 4 уровня. Ну, неплохо, я считаю, да? Хотя я им особо не пользуюсь. Ну, пускай будет. Так, давай-ка быстренько с тобой забежим на ареночку. У меня, по-моему, там 4 перчатки. 4 боя мы с тобой можем сыграть. И у нас с тобой 8 пиньят на кону. А на каком я месте? В самом низу. А, у нас новая неделя, ребят. Я до сих пор еще в серебряной лиге. Я не попал в тройку лидеров. Ну что же, поехали. Интересно, то же самое будет или что-то поменяется? По идее, должно поменяться. Да, потому что неделя новая. Так, ну я не вижу никаких изменений. Все по-старому. Единственное, что мне дают все растения с ультой. Если все растения с ультой, тогда мы сейчас тут зажгем, друзья мои. Так, лавагуава, подсолнух. Так, мина. Секундочку, что бы нам с тобой применить против вот этих хорьков? Шипы, их будут замораживать. Нет, мы с тобой проще сделаем. Возьмем нашего огненного горохострела. Где он там? Где он у нас находится? Где-то здесь, вот он. Огненный горохострел. И что мы там с тобой еще применяли? Дейзи. Да нет, мы можем вызвать с тобой вообще вон этого гаргантюа, чтобы он шел и все ломал на своем пути. Ну, как вариант. Ну что, рискнем? Поехали. Так, let's rock. Давай начнем с подсолнухов. Ну куда вы, куда вы, куда вы, курочки, бежите? Так, лаву гуаву сюда с тобой выбросим. Все, здесь будем поджаривать. Не давать врагу вообще никакого шанса здесь на выигрыш. Так, сделаем. Ай-яй-яй. Что они мне там заморозили? Не, так дело не пойдет. Не надо тут ничего замораживать. Давай, наверное, с тобой вот сюда еще поставим. Да тут, наверное, шансов. Хотя, ребят, мы с вами проигрываем. Ну, я имею в виду, проигрываем именно по очкам. И мне это совсем не нравится. Так, вроде бы стабилизировались. Так, ну-ка. Идут здесь мне, летят, понимаешь ли. Птички, да? Так, выровнялись. Мы с тобой пока в данный момент лидируем. Блин, не хватает мне. Не хватает энергии. Так, давай-ка, наверное, так сделаем с тобой. Ай-яй-яй-яй, очень все печально. Ладно, погнали. Да чтоб тебя, а. Еще эту букашку сюда мне подкинули, а. Смотри, что они творят. Так, что у нас там по очкам? Небольшой, друзья мои, небольшой совсем отрыв. Нужно поднажать. Поднажать посерьезнее, чтобы у нас все было хорошо. Все-таки враг почему-то не отстает от меня, а.
Не хочет. Не хочет мне, ребята, уступать место. Так, ладно. У нас почти 300 тысяч очков. А у врага 250 тысяч. То есть разница не совсем большая. Вот она энергия, она мне очень нужна. Как раз вот эта вот солнечная энергия. Так, хорьки успокоились. Бегут там довольные. Так, забросим сюда с тобой, наверное, мину. Здесь сделаем жаркое. И, наверное, вот здесь еще бомбанем. Так, подожди-ка, я не бросил мину. Ну куда ты вот идешь, а? Что там у нас по очкам? Ага, почти на 100 тысяч мы с тобой лидируем. Как вы меня, хорьки, бесите, а я не могу прям. Раздражают, серьезно тебе говорю. Так, 12 секунд остается. Ну, в общем, друзья мои, победа будет за нами. У меня уже почти 500 тысяч. Чуть-чуть не хватит, да, чтобы набрать полулямчика. Ну и все, победа за нами. Друзья мои, мы с вами зарабатываем 8 пиньят. И смотрите, что он использовал. Кукурузу, халапеньо, электрокамыш. Понятно. Не очень, конечно, хороший он там вариант выбрал. Ну ладно, друзья мои, мы смотрим, что нам выпадет из этих 8 пиньят. И первое — это 10 морозных капелек. Отлично. Так, сумеречная катапульта. Неплохо, я тебе скажу. Вот чеснок, честно тебе скажу, я вообще его не понимаю. В чем его, как говорится, суть? Так, 20. Блин, нам совсем немножко не хватает, чтобы прапать. Так, Nike Shade, яблочная мортира и 10 персиков. Все, да? Честно говоря, я рассчитывал чуть-чуть получше какие-нибудь растения получить. Но ничего с этим не поделаешь. Так, у нас с тобой опять 4 перчатки. Если я прохожу, будет 5 перчаток. То есть я могу здесь неплохо бустануть. Но получать неплохо тут наград. Ну, так, квест комплит. Ага. Сколько я получу там? 4, да? А, получил 5 этих. А сколько конфет? 2 конфеты. Мне нужно 100 конфет, насколько ты помнишь, чтобы я смог себе приобрести новую мяту, которая разыгрывается у нас на этой неделе. Вот она, огненная. Я ее тестил, я, ребят, смотрел, что она делает, и мне понравилось. Так, может быть, костюмчик приобрести, а? Для нашего солнечного баба. Ха. Типа статуя свободы, да? Я так понял. Уклон именно туда идет. А больше я ничего не могу здесь получить. Нет, я могу получить, например, 20... семян на капельку. Также 20 семян на магнифинг. Или же на чеснок. Не хочу ни чеснок, ни магнифинг этот. Вот я бы лучше бы с удовольствием себе бы приобрел электрический горохострел. И, наверное, виноград с черникой. Ну и пенек бы тоже не помешал бы. Имитатор? Нет, имитатор — это не то. Ну что, пойдем с тобой посмотрим, что у нас находится здесь. Какие испытания в Пенни. Тут у нас зомбосты психуют. Да, ребят, я его не могу пройти. Я, точнее, прохожу, но не полностью. Что-то тут как-то уж больно люто он воюет. Причем еще такой босс противный. Механический дракон. Ну, динозавр. Все, наверное, помнят его, да? Плюс еще, как видишь, у зомби здесь появляются усилялки. То есть он меня тут вообще прессует по-черному. Так что давай попробуем. Возьмем кукурузу с тобой. Я не знаю, взять ли нам защитника или не стоит. Мину. Так, возьмем с тобой Дейзи. Тут еще, видишь, вот эти вот растения даются, но они мне мешают, потому что они не прокачанные. И особого разгона от них не стоит ждать. Так, тут еще и маги эти. Так, может быть, нам взять лучше с тобой халапеньо, да, ко всему прочему, вишневую бомбу. А где она, кстати? Халапеньо вижу. А вот вишневой бомбы почему-то я не вижу. Вот она. Так, вместо мины, да? Ну что, поехали, посмотрим. Ну, мне кажется, опять ничего у меня здесь не получится. Твою же налево, я забыл еще взять с собой подсолнухи.
Молодец, красавчик просто-напросто. Ладно, тогда поставим с тобой Дейзи. Поставим с тобой Дейзи и... Ну, давай вот так вот сделаем. Пускай будут издалека бомбить. Ага, сюда, сюда. Нам эти надгробия нужно с тобой сразу сломать, чтобы получить солнечную энергию. Так, ну а, как понимаешь, кукуруза мне понадобится на самых начальных этапах, чтобы я смог их затормаживать. Сейчас у них тут будут зомби и со скоростью идти, и великаны. Чего там только нету. И попробую вот этого гаденыша еще и подбить. Так, да ладно, будем смотреть. Бросаем кукурузу. Я вот единственное не могу понять, что делает у нас помидор. Что-то плюется там какой-то штукой. Ну, этот, как всегда, начинает, да, тут поджигать все, палить. Так, что бы нам с тобой здесь замутить? Ну, вот так вот, предположим, да? Давай еще, наверное, сбросим, как говорится, масло кукурузное. Вон, эти надгробия везде появляются, а? Вот они мне здесь нужны, скажи, на милость. Нет, конечно. Так, ну-ка, бомбанем, наверное, да? Отлично. Во-во-во-во-во. Видишь, что делает? Вот так вот оно и происходит. Плюс уже многие растения превратились у нас в овец. Да уж. Чё-то как-то вообще все паршивенько идет. Смотри. Там вообще целая орда зомбарей бежит на меня. Ну дайте мне хоть что-нибудь так, хоть какую-нибудь бомбочку, вот. Ну, почему не взорвалась там? А в чем проблема-то, эй? Блин, придется вот так вот тогда. Раз не хотят по-хорошему, будем по-плохому. Ё-просто. Офигеть, вот на меня движуха идет. Ну и как ты понимаешь, полторы минуты, да, времени всего лишь остается. Как мне тут его подбить, я ума не приложу. Я просто не могу пробиться через вот эти вот орды зомби, которые тут находятся. Ну ты посмотри, что творится, а. Просто лютость какая-то. И помидор вот этот, я считаю, вообще беспонтовый. Никакого толку я от него не вижу. Как-то вот так вот. Не очень хорошо получается, согласись. Но другого варианта вообще нету. Еще эти пробирки стоят, видишь, эти вот, которые усиляют зомбарей. В общем, 35 секунд. Ну-ка, если я так делаю. Нет, конечно, можно наносить урон халапеньо. Но ты много здесь не отстреляешь, тем более у нее откат довольно серьезный, долгий. Ну-ка. Опять этот колдун тут появился, а? Чтоб их разорвало на тысячу кусочков, а? Да и кукуруза, мне кажется, тут не особо хороший вариант. Я единственное взял ее из-за того, что на ней есть ульта. И все. Нет, не буду я переигрывать, ребят. Просто с тобой заработаем деньги. 1700 голды. Да, именно в этой пиньяте будет. Угу. И с тобой получаем еще 5 гемов. Да, можно, конечно, очень-очень сильно заморочиться с этим делом и все сделать на хорошо, как говорится, на отлично. Но это нужно, опять же, подбирать, искать что-то там, какие-то вариантики. Ну что, мы с тобой можем сходить вот сюда вот. 1000, да? Так, 5 помидоров у нас на розыгрыше стоит. Ну что, попробуем, посмотрим давай, что у нас тут за испытание такое. Помидор, какой от него толк, я не знаю. Плюется какой-то струей кислоты непонятной. Ну что, берем с тобой, наверное, защиту. Плей, поехали. А зомби у нас с тобой из темных времен. Так, могилоед. Он здесь как раз будет вовремя. И, кстати, давай сюда удобряшку. Так, мелкие зомбарики уже идут. Ну, арахис у нас более-менее прокачан, так что волноваться не стоит.
Вот с этими грибами немножко похуже. Так, давай, давай, арахисы, бомбите, бомбите эти надгробия. Слушай, а что такие зомби-то сильные, эй? Это же самые обычные первые зомбарики. А они не должны быть такими мощными. Смотри. Что-то здесь не то, друзья мои. Да ну. Он только, он начал отсюда, он уже давным-давно бы просто распетрушился бы. А он идет и идет, идет и идет. Нифига. Они, по-моему, здесь очень усиленные. Мне так кажется. Так, еще и маг идет там, смотри. Так, давай-ка мы попробуем, наверное, его. Ать, не успел я удобряшку поставить, к сожалению. Не успел. Да уйди ты отсюда, а. Идет мелкий хлыщ. Так, мы его подбили. А этот сейчас начнет тут превращать, да? Все мои растения. Надо его, наверное, уничтожить как можно быстрее. Да блин, он... А он тут надгробие поставил, а? Как все вовремя. Так, ну если мы этого мага убьем, конечно, наши растения вернутся в прежнее состояние. Опачки! Ты-то как тут оказался? Блин, правильно, а тут могила была. Твою ж налево. Все очень плохо. Блин, все очень плохо, ребят. Ну смотрите, что происходит. Дай-ка я их сдую отсюда нафиг, ядрень фенин. Никуда не годится уже. Что за испытание такое сложное, эй? Ребятули, хорош. Даже обычный зомби, смотри, идет. И пофиг ему на все. Офигеть. Да, я уже представляю, что сейчас будет. Когда пойдет основная масса, вот эта вся ерунда. Так, грибы, грибы, давай сюда вставай. Так, у этого удобрения, я смотрю, да? Отлично. Две удобряшки мы с тобой уже получили. Так, вот здесь нужно как-то, ребята. Упс. Упс, надгробие. Так, надгробие мы с тобой... Надо было вон то брать, там удобрение же было. А ну-ка, сдуй-ка их обратно туда. Так, а здесь-то что у нас получается? Здесь фигня получается. Ну ты смотри, что выходит, а. Идите отсюда. Я же вроде выбрал первую, да, сложность. Первый уровень сложности. Почему такие мощные-то здесь, а? Сколько, блин, перепуга. Я офигею. Давай, дави этого сосунка. Могилоеда бы взять, вот там он удобряшка лежит. Мне бы до нее добраться. Ага, вот, спасибо большое. Так, удобряшку я... В плане, я даже не успел. Этот зомби, что ли, сожрал? Да ну, так быстро. Охо-хо-хо-хо. А еще ведь будет волна одна. Как ни странно. Так, что, придется тратить, наверное, да? Всех отсюда сдуваем. Почему этот, вместо того, чтобы его сдуть, он, наоборот, подлетел ко мне поближе, а? Что-то происходит. Причем, смотри, они очень быстро съедают растения. Очень быстро. Просто хрум-хрум-хрум и все. Он этот арахис бы запарился бы лопать, если честно. А тут нифига, он его съедает очень быстро. Серьезно, что ли? Не, ребят, ну вы извините, конечно, тут уже это перебор. Это конкретный перебор. Я не могу здесь справиться с зомби. Просто я не успеваю их расстрелять. Что тут за мощь такая идет, а? Ну-ка. Ну ты видишь, что происходит, да? Жестко. Ну че, отталкиваем их тогда. Пускай они летят отсюда, к ядрени фени. Сейчас пойдет последняя волна. Финальная, да, так сказать. Не, я думаю, что дальше даже суваться не стоит. Если, ну ты сам видишь, какой тут результат. Что они тут вытворяют. Не могу просто даже пробить этого зомби. Так оно не делается на самом деле. Тут предназначено, наверное, для моих растений уровня там 8-9, да?
Ну что ты тут хыкаешь, мыкаешь? Иди отсюда, пошел прочь, пошли прочь отсюда. Хыкает, мыкает мне там. Давай вот этого зомби с тобой одолеем. Это, походу, дело последний. И это все за 1000 монет, да? Оу, 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 вот смотри, тут же еще он зомби стоит, оказывается. Ну-ка, не могу. Ладно, пускай берет, съедает мои растения, бедняги. И потом он, как говорится, погибнет от нашей газонокосилки. Хотя бы я сказал, здесь газоноплуг, а не косилка. И идет довольный. Да, тут, друзья мои, слишком сильные зомби, усиленные. Не просто, а бы что. Ладно, ешь. Смотри, как он разбирает орех. С 3 укусов он его практически слопал. Ну давай, давай, давай. Подходи, сейчас тебя тут. Опачки. И, да, ребят, что, я выиграл? И что мы там с тобой получаем, я не понял. Ну, перк, понятно, прокачали до 2 уровня. А по наградам-то что? Фига, я не понял, что нам там по наградам? Что мы вообще заработали-то с тобой? А, у нас был 2 уровень сложности или 1? Погоди, тут отмечено, что я прошел 2 уровень сложности, да? То есть, значит, я получил помидоры. Так, здесь у нас что разыгрывается? 4 гема. Ну, давай пойдем с тобой, наверное, на уровень... Блин, на уровень сложности 1, я надеюсь, нажал. Посмотрим, что у нас тут. Какие зомби. Так, выработайте 3000 солнца, да? Понятно. Ой-ой-ой-ой, гаргантюа этот. Выработайте. То есть... Ага, мне не дают еще и подсолнухи, ко всему прочему. Угу. То есть своими силами, да, я все должен это сделать. Ладно, возьмем защитника. Лаву Гуаву я возьму. Возьмем Минку с тобой. Плюс ко всему Дейзи, наверное, понадобится мне. И кто еще? Клоуны там всякие, е-мое. Так, смотри, у нас здесь с тобой солнечная фасоль, которая якобы должна нам помогать вырабатывать энергию. Ну вот будет ли она мне помогать, вот в чем вопрос. Крокодила, что ли, взять? И кого взять-то еще, а? Тут еще этот гаргантюа. Ладно, я возьму, наверное, вот этот вот. Нет, не хочу, вот так вот сделаем. Поехали. Ух, надо было Бонгчуя брать, чтобы он смог вот эти вот могилки быстренько уничтожить. Ну ладно, мы с тобой можем здесь справиться, в принципе, с помощью мин. А, могила Ед у нас тут есть. Куда ты бежишь, а? Куда ты бежишь, Аглоед? На-ка, съешь. Так, поставим сюда на мину, пускай созревает. Могила Ед пускай поедает могилы, и мы будем с тобой зарабатывать энергию. Будем с тобой зарабатывать энергию. Так, подожди-ка, я что-то немножко... А, ну да, нам нужно с тобой выставлять везде Дейзи, если мы хотим, чтобы у нас все хорошо получалось здесь. Так, мина стоит. Если он встанет, они все эти надгрубия взорвутся, и мы с тобой получим кучу энергии. Ну и будем себе немножечко помогать здесь, конечно же. Так, Дейзи сюда влепим. Лаву Гуаву сюда, пожалуй, поставим. Так, ну и, естественно, нам не помешает каменный орех здесь. Пускай стоит. Посмотрим, насколько они, кстати, быстро их будут съедать здесь. Так, а нам нужно с тобой, не забывай, еще 3000 энергии заработать, так что без расслабления. Так, давай, 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 давай. Окей, 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 окей. Это я все собираю. Дальше нам нужно, наверное, вот сюда вот поставить мину. Так. Давай, 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 давай. Неужели, блин, не успел я, да? Давай так вот взорвем тогда. Замечательно. Ну это что Ханорик делает? Смотри, лопать здесь. Ну, почти, ребят, 2000 накопили.
энергии солнечной. Нам нужно еще 1000. Еще 1000, а для этого нам нужно, естественно, использовать вот этого вот солнечного нашего друга. Так, давай съедай здесь. Поставим сюда защиту. Кстати, смотри, у нас здесь надгробие. Ну, в принципе, их Дейзи уничтожает потихонечку, да? Мы можем помочь вот таким вот образом. Мне-то главное насобирать достаточное количество энергии, чтобы я уже не напрягался. Так, поставим сюда мину. Ну что, ребят, нет, еще не хватает маленько, да? Еще чуть-чуть нам нужно. Все, по энергии, друзья мои, я закончил. Поэтому можно теперь, как говорится, уже спокойно уничтожать наших противников зомби. Так, давай здесь оттолкнем. Здесь сделаем вот так. Могила ед пускай тут занимается. На, ешь фасоль, мне не жалко. Так, этот будет сейчас отталкивать. Не будет. Тогда вот так сделаем. Ну-ка, взрыв. Шикарно. Так, а вот, друзья мои, и Гаргантюа идет. Собственно, персоны. Он идет по этой линии, поэтому нам... Оу, у нас очень много с тобой удобрений. Конечно же, будем тратить. Сейчас все у нас будет здесь четенько, поверь мне. Сейчас мы тут с тобой этого Гаргантюа распишем, только шорох. Он даже ничего здесь нам не сделает. Хотя будет еще одна волна. Как ты видишь, назревает она, да? Ну-ка. Нормуль. Так, тихо, тихо, тихо. Блин, он начинает, ребят, бросать своих ханориков. Поэтому давай мы будем плодить сюда мины. Все, что ли? Фу, друзья мои, вообще на изи прошли. И, как ты видишь, мы заработали с тобой 1200 голды. Плюс у нас идет прокачка перка до 3 уровня. Это, по-моему, у нас солнце будет, да? Дополнительная энергия падать с неба. Так, ну что, следующий уровень у нас какой там? 15-й. И что у нас здесь разыгрывается? 1400 голды или же 5 помидоров. Блин, ну если вот сюда идти, да? 5 помидоров. А, тут, видишь, показано, вот уровень 5-й. Зомбари, а тут уровень 8, поэтому они вот такие здесь жесткие, а тут вообще 11 уровня. Вот из-за чего я их не могу разобрать. Теперь хоть мне стало все понятно. Думаю, что они такие жесткие-то здесь. ЗПС 55%, у нас всего с тобой 5 горючки. То есть мы можем с тобой один раз всего лишь пройти. Да, в идеале, конечно, все уровни нужно проходить, даже самые сложные. Но я смотрел, там нужно применять, во-первых, все перки, во-вторых, у тебя должно быть хорошо прокачано растение. Ну, смотри, 8 уровень сложности, то есть зомби здесь 8 уровня будет, я не справлюсь с ними, как бы я не хотел. А здесь? Здесь вообще что-то ничего не показано, кто... А, 11 уровень зомби. Каким-то чудом я здесь прошел, я даже уже и не помню, как у меня это получилось. Ну давай с тобой пройдем хотя бы первый уровень, да, вот здесь на 15-м. Первый уровень, чтобы нам открылось все, когда у тебя все открыто. Там дальше как-то попроще ориентироваться. Что там нам нужно, чтобы не уничтожили 5 растений, да, не съели? Я так понял? Чтобы не съели 5 растений. Значит, получается, от лавы главы здесь будет мало толку. Сейчас посмотрим. Возьмем минку с тобой, возьмем... Хурикали можно было бы взять, в принципе, да? Нет, возьмем с тобой вот этот вот. Бонгчоя. Так, мне опять, ребят, нельзя брать подсолнухи. И лазербин. Так, ага, ну, лава глава. Все, я так и понял. Значит, нельзя мину, лаву главу. Вот это все нельзя. Потому что если у тебя съедят 5 растений, соответственно, фейл. Фейл игры. Так, что же нам тогда брать? Чертополоха, что ли, взять? И ко всему прочему, больше нечего.
Лук тоже не советую брать. Зомби, что ли, взять? Ладно, давай, попробуем. Не очень мне, конечно, нравится такая вот политика. Ну, поехали. Возьмем вначале, поставим везде Дейзи. И, наверное, вот чертополохи пускай здесь у нас стоят. Прикрывать будут. Плюс лазер бин. Что, всего один, что ли, нам? Ну да. Слушай, кстати, я зря взял, получается, защитника. Потому что его тоже здесь будут очень быстро разбирать. Так, что там у нас идет? Веселуха, да? Ага, он отражает. Он, друзья мои, отражает. А если я так сделаю? Все, допрыгался. Говнюк мелкий. Так. Да ну! Ты посмотри, а. Против них только мины хорошо действуют. Ну, ты сам понимаешь, что мин у меня сейчас нету здесь. Блин, и солнечной энергии нету. Фигово. Очень фигово. Надо вот сюда еще поставить Дейзи. Ну и еще один чертополох. Слушай, ребят, вы будете мне энергию-то давать, а? Или вы думаете, что я тут? Бессмертный, что ли? Без энергии я никуда, а? Так, друзья мои, тут сосед ремонт делает, перфоратором своим шумит. Поэтому мне приходится нажимать на паузу, чтобы всего этого бреда не было слышно. Так, вот меня вот это интересует. Почему у меня всего лишь одно растение здесь осталось? Какого вдруг перепуга? Вот здесь, вот на этом ряду, что ли, уничтожили мне, да? Получается так, ну-ка, давай-ка. Да, эти ребята какие-то серьезные. Блин, не могу их пробить, ты прикинь. Тут еще эти усиленные идут. Эти со шлемами, а эти с ведрами. Фигня какая-то получается. Оу, еще лучше. Не-не-не-не-не, тут как-то... Да ну. Да, тут серьезная заявочка, ребят. Ладно, давай поможем сами себе. Но без солнечной энергии, конечно же, мне здесь делать нечего. Да уйдите вы отсюда, зомби несчастные. Все, я все финансы, ребят, профукал, и походу дела зря. Потому что я и уровень, так сказать, не прошел, да? И сейчас у меня съедят любое растение, и мы, наверное, с тобой проиграем. А это первый уровень сложности, если ты не заметил. Первый уровень сложности. И уже вот такая вот ерунда здесь творится. Смотри, сейчас съедят. И, по-моему, фейл. Так, тут не успели. Но вот эти ребята однозначно пройдут. Чертополох у меня до 4 уровня прокачан, и даже он здесь мне не помогает. Да, это, конечно, люто. Ну и что, что ты мне тут дал? Мне это как-то хоть поможет? Да вряд ли. Я даже мага не могу забомбить. Даже мага я не могу здесь уничтожить. Ну-ка, если вот так вот сделаем с тобой. Ага. Так, ребят. Труба какая-то. А как интересно, я должен был здесь заработать себе энергию солнечную. Вот объясни мне, пожалуйста, на милость. Да никак. Довольствуйся тем, что у тебя есть. В общем, ребят, проиграл я, короче, здесь. Как пить дать. Ничего я здесь не смогу изменить. Зомби пройдут в любом случае. Как бы я тут не отбивался. Денег у меня нет, чтобы я мог что-то потратить. Ну, от этого толку вообще мало. Вот такое вот испытание. Вот тебе и Пенни курсует. Сейчас пойду на арену лучше вон, бомбить. Там и то как-то поинтереснее. Там хоть шанс есть выиграть. А здесь вообще без шансов. Ну ты прикинь, клоунада это идет. Нет, ну слушай, если бы у меня, например, были бы растения, которые с удобрением, да, то, возможно, мы бы здесь могли бы выиграть. Взять бы тот же самый боулинг, да, луковицы. Или те же самые мины.
Хотя мин... Слушай, да, можно было и мины тратить, потому что видишь, тут всех растений три штуки съели, и у нас ничего с тобой не поменялось. Единственное, что, по-моему, только усилилась эта волна зомбарей, и все. Но это ничего страшного. Опять он там засверлякивает, собирается, а? Ну что же, сфейлился. Ребят, пойдемте на арену, наверное, отыграем с вами эти перчатки. Ну что, друзья мои, первый наш противник — это Хэтхи Бой. Давай смотреть. Так, у нас с тобой опять же все растения под ультой, поэтому я могу взять себе спокойненько здесь фасольку. Также мы с тобой возьмем мину, наш подсолнух жгучий. И ко всему прочему, наверное, возьмем лаву гуаву вместе. Вместе с... Можно взять вишневую бомбу, но я думаю, что не стоит этого делать. Мы, знаешь, что с тобой лучше провернем? Вот так вот. Предположим, поджигаем, да? Тут разогрев, тут мины. В общем, шансов, я думаю, у врагов вообще сейчас не будет. Ни одного. Даже не будем с тобой брать вишневую бомбу. Ну что, поехали. Если у нас сейчас вот такая вот неделька будет именно с ультовыми растениями, то мы с вами далеко уйдем и получаем довольно много призов. Так, тихо, 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 не надо, не надо, курочки, идти. Бегут уже, понимаешь, тут сломя голову. Так, еще и хорьки. Сжигаем, конечно же, все это дело. Беспощадно причем. Так, давай-ка мы с тобой сюда, наверное, мину поставим. Ну, естественно, нам нужно... Тихо, ну, курица, куда ты бежишь? Ну, ты щемишься, сломя голову. А, вот скажи-ка мне на милость. Давай здесь поджарим. Вот подсолнух зря я выставляю впереди огнестрела, потому что сейчас его заморозят, и это будет не очень хорошо. Так, давай сюда поставим, наверное. Лаву гуаву сюда влепим. Ну и, конечно же, наши фасольки вместе с минами. Дальше, наверное, вот так вот сделаем. Опять этот там начинает... Как же он меня бесит, этот сосед, когда он начинает перфоратором своим дрынчать. Я надеюсь, ребят, вам не будет это все слышно очень сильно, потому что я и так уже долго ждал на паузе все это дело. И он все не угомонится. Делает какие-то перерывчики по 3 минутки, но это тоже не дело. Так, давай сюда вот поставим, наверное. Что-то мины куда-то в разлет уж очень сильно сделали они разлет здесь. Ну куда вы, хорьки, бежите, а? Что у нас там, ребят, по очкам? По очкам, в принципе, неплохо, но мы все равно здесь немножечко с тобой уступаем капельку буквально, совсем немножечко. Так что давай-ка мы, наверное, с тобой... Воу-воу-воу, тихо-тихо, сколько тут хорьков бежит. Срочно мину, срочно. Тут потому что везде гаргантюан. Так, давай-ка их поджарим. Что у нас там получается по очкам? Ну, в принципе, неплохо, я считаю, да? Пока неплохо. Взорвали с тобой этого водяного гаргантюана. Этого надо подпалить. Плюс выставляем с тобой фасольку. Я даже здесь не пользуюсь подсолнухом практически, ребят. Может быть, нам его и брать-то не стоит. Ты сам прекрасно видишь, что мы обходимся и без него. Вот у нас лава... Тихо, 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 тихо. Вот здесь вот, вот здесь вот зачем? О, успели всех тут поджарить. Вот сюда вот ставим мину. Шикарно там всех накрывает, конечно же. Так, давай вот так сделаем. И еще, наверное, одну лаву-гаву. А кто здесь прошел? Вот объясни-ка мне. Я, ребят, почему-то пропустил этот момент. Не углядел, кто здесь у нас с тобой пробежал. Давай-ка вот так, наверное, поджарим. Слушай, противник от нас практически не отстает. Ты смотри, он практически по пятам за нами идет. Давай-ка, наверное, куда ему ее поставить? Сюда, может быть? Так, что у нас там выходит? На 100 тысяч мы опережаем, да? Нам главное сохранить это все, 2 секунды остается. Да, друзья мои, мы с вами здесь выиграли. Ну и давай посмотрим, что он использовал. Он использовал катапульту 2 уровня плюс лава гуава. У него 3-го, все-таки это получше, чем у меня. И электрокамыш плюс хлопение. Ну что же, а мы с вами продолжаем. Ну что, друзья мои, попробуем рвать с вами 4 конфетки. Надеюсь, у нас получится, и мы играем против Оу. У меня выдалось 5 минут тишины. Я надеюсь, что он больше не будет пиликать на перфораторе своем. Иначе придется опять ставить на паузу. Я уже задолбался, если честно. Так, ну что, ребята, берем с вами наш
Боб, фасоль. Так, возьму лаву-гуаву сюда, все как по стандарту, мину. Слушай, подсолнухи вроде нам не нужны, да? Как бы мы и без них тут неплохо справляемся. Я вот думаю, может быть, нам взять с тобой сумрачную катапульту? Нет, все-таки я возьму, наверное, вот так вот. И теперь, наверное, возьму сумрачную катапульту. Слушай, давай попробуем вот такую вот компанию сыграть. Может быть, что-нибудь у нас и получится. Поехали. Мне так лично очень хочется, чтобы у нас все получилось. Let's rock. Так, сейчас эти побегут, да? Курица у нас. Да-да-да, именно курицы. Ну, ничего страшного в этом нету. Так. Ага, сейчас у нас побегут хорьки, но мы их не пустим. Хе. Ну-ну-ну-ну-ну, поджигаем все к ядрене фени здесь. Надо же все-таки прошло... А, ну правильно, они заморозили. Они заморозили мне растения. В данный момент именно сумрачную катапульту, поэтому так все здесь и выходит. Давай вот так вот сделаем. Везде с тобой поставим лаву-гуаму. И так, сумрачную катапульту надо ставить, ребят, вот на это растение, чтобы она не замораживалась впредь. Так, мы с тобой фейлимся потихоньку, смотри-ка. Нас здесь, ребята, по очкам переплевывают в данный момент. Надеюсь, мы исправим с тобой эту ситуацию. Ну куда ты вот летишь тут, а? Вот скажи мне, голодранец, куда ты вот летишь? Что у нас там? Да, мы уже переплюнули. Но надо удержать наши позиции. Эта вот мина здесь, конечно, немножко не в тему. Давай-ка мы ее, наверное... Опа, вот так вот сделаем. Шикарно. Так, что у нас там? Блин, неужели сидят? Съели, прикинь, всех растений, которые были наверху. Их просто слопали. Офигеть. Надо будет в следующий раз, наверное, поставить нам с тобой электрокамыш. Да? А почему бы нет? Сделаем с тобой такое дело и посмотрим, как оно будет у нас решать. Так, подожди секунду, давай вот здесь вот. Вжариваем, вжариваем. Где у нас там гаргантюа этот водяной? Вон он. Подбили мы его. Мины, кстати, было бы, да, действительно неплохо бы установить. Тихо, подожди секунду. Так, успели. Было бы неплохо установить здесь вишневую бомбу. Вообще шикарно бы она здесь разрулила бы все это. Так, что там? Еще один гаргантюа, да, идет? Я ведь чувствую, я ведь слышу, как он там марширует. Так, срочно лаву-гуаву выставляем. И нам нужно с тобой поставить мины. Вот так вот. Не-не-не-не-не-не-не-не. Сжигаем, конечно, все здесь надо сжечь. Есть... Так, что у нас там по очкам? По очкам все великолепно. У нас еще 37 секунд с тобой в кармане. Так что... Да елки-палки. Так что давай наяривать по полной программе. Ну... Оу, мы, друзья мои, фейлимся по чуть-чуть. Я не хочу проигрывать здесь, понимаешь? Не хочу. Но, видимо, проиграем. Судя по тому, что мне никого не дают. У меня нету энергии, я не могу ничего выставить. Оу-оу-оу-оу. Все, ребят, фейл. Из-за того, что у меня просто не хватило энергии выставить. Ты прикинь, все. Солнечная энергия не падает. Трындец. На ровном месте. Вот что значит не взять с собой подсолнух. Так, смотри, что он тут делал. Слушай, у него прокачка такая неплохая, да? Третьего уровня мина. Третьего уровня горхострел огненный. И четвертого электрокамыш. Да, ребята, я буду тратить, конечно же. Хотя можно было бы и не тратить, да? Зачем я потратил? Надо было просто сначала начать. Ну, подумал, подумаешь, мы потеряли бы с тобой перчатку одну. Мы бы ее так же быстренько с тобой восстановили. Да, не подумавши я сделал. Ну что, давай тогда с тобой возьмем тоже электрокамыш, да, электрокамыш. Возьмем с тобой подсолнухи. Возьмем, наверное, вишневую бомбу. Возьмем вишневую бомбу. Фасолинку я брать не буду, от нее вообще никакого толка, если честно. Возьмем мину. Возьмем наш подсолнух. И, слушай, я, наверное, вот так еще сделаю. Плюс ко всему прочему, здесь нам понадобится кто? Слушай, можно взять снапдрагона, тогда вот этого мы уберем с тобой, да? И вместе со снапдрагоном возьмем, где у нас? Вот так. Слушай, я думаю, так вот будет вообще идеально. Надо только проверить, действительно ли получится то, что я хочу. Let's rock, естественно, сразу же, потому что все равно у нас тут все растения под ультой, под удобрениями. Бегут курицы, а ну-ка. Ну и зачем это надо было?
Зачем я вот так вот сделал? Вот объясни мне, а. Глупостью какой-то занимаюсь. Что там у нас? Бегут гаврюши, да? А если мы вот так вот сделаем? Замечательно. Все, будем здесь с тобой. Так, вот это надо прикрывать. Это нужно прикрывать обязательно растениями, чтобы они не замораживались у нас. Так, внизу, я смотрю, там гаврюши идут. Так, здесь взорвем. Пока все отлично, все хорошо. Так, давай каминку сюда влепим. Будет неплохо, если мы вот так сделаем с тобой. О, очень даже неплохо. Я тебе скажу, очень даже неплохо. Ну и куда вы там все рванули, а? Объясни-ка мне, пожалуйста. Бегут они там, сломя голову. Давай, давай, вжаривай. Так, мина. Мина готова к посадке. Расколбас, конечно, конкретный. Что? Все, сгорели. Там где-то я слышу, друзья мои, гаргантюашка, да? Идет. Идет ханорик. Давай-ка мы тут с собой, наверное, все поджарим. И вызовем снапдрагона. Хотя нет, наверное, мину поставим, а уже потом снапдрагона вызовем. Вот так вообще идеальненько, да? Враг от нас, ну, никак не хочет отставать. Ты, наверное, видишь, да? У нас 300 там тысяч у них. У него почти 300 тысяч. То есть он не сдается. Ладно, давай влуплять. И бомбы. Так, нормуль, и мины. И все-все-все остальное. Ну куда вы там бежите, а, хорьки? Так, заваливаем. Здесь применяем с собой ультушечку. Давай-ка вот так сделаем. И, наверное, снапдрагоном бомбанем здесь по шику. Ну что он там, смотри, стоит и не хочет, ребят, погибать. Что там по очкам? Ага, по очкам маловато пока, друзья мои. Маловато, 20 секунд нам нужно с тобой продержаться. Если мы хотим с тобой здесь выиграть. Если мы с тобой хотим тут выиграть, нам нужно еще немножечко продержаться. Практически наступает мне на пятки наш оппонент. Но мне кажется, все-таки наша победа здесь будет. Ну да, с перевесом в 100 тысяч. Так, и смотрим, ребят. Ну он тоже, смотри, он применяет вот эту вот огненную мяту. Почему ее у меня нету, а? Почему ее нету? А в принципе, в основном мы практически с ним на равных. Но он применял здесь бонг чоя, я его не стал брать. И вот у нас еще 4 конфетки в кармане. Так, сколько у нас вообще получается конфет? Давай посмотрим. 86. Плюс еще 2 перчатки. Мы можем с тобой выиграть пиньяту. И можем еще получить 3000 голды. Поэтому давай, наверное, полностью с тобой весь потратим потенциал наших перчаток. И еще не забывай, что мы получаем короны, за которые потом можем... Кстати, мы можем заморозку уже здесь применять. А почему бы и нет? Заморозка очень даже великолепна. Она будет морозить. Так, лаву-гуаву, мину, подсолнух. Лаву-гуава, мина, подсолнух, заморозка. И что мы тут обычно еще с тобой... Слушай, снапдраган. Давай тогда без нее. Мы неплохо с тобой и так справляемся, да? Огненный горохострел. Все, отлично, ребят. Поехали. Ох, сейчас будем веселиться. Сразу let's rock, потому что здесь не надо ничего, ребят, менять нам. Выставляем подсолнух. Ну, вжаривай там, пожалуйста. Как долго, а? Все-таки все газонокосилки, да, мне испортило. Так, что у нас там получается? Что это мы проигрываем вдруг? С какого, блин, перепуга-то? Эй! Ребятушки, вы там ничего не попутали? Видите ли, я переигрываю. Ой, проигрываю, точнее. Так, вот она энергия. Отлично, спасибо. Проигрывать я здесь не имею права. Так что не надо мне тут песенок. Куда ты бежишь, а, хорек? Куда ты бежишь?
Давай сюда влупим. Кто там у нас еще? Здесь, я смотрю, слишком приборзели, а? Блин. Да, внизу, конечно, не очень хорошо получилось. Нашли. Опять гаргантюашка там бежит, да? Слышу его, на шажочки. Наверное, сделаем так. Лаву главу сюда поставим. Почему мина так долго копится, а? Хочу мину просто поставить, а она копится 3 часа, а? Посмотри. Так не годится. Так не годится. Ага. Ну вот куда эти кондоры летят, а? Как у себя дома тут разгуливаются, ты понимаешь? Подсолнух, а что мне этот подсолнух даст? Давай вот сюда его, наверное, поставим. И мины, конечно же, мины. Вот сюда влепим. Сразу же снап-драгона выставляем, потому что там побегут хорьки. А здесь сделаем вот так вот. Гаргантюа, успокойся. Тебе здесь не рады. Немножко неудачно получилось тут, конечно. Ну и что творят, а? Ага, поджарили. Так, давай сюда поставим лаву-голову. Мину. Сколько нам еще? 44 секунды. Противник от нас не отстает, я смотрю. Да, он дает тут джазу. Так, там опять кто-то загремел. Меня кто-то раздражает. Не могу сосредоточиться, сконцентрироваться. Это везде шумиха такая идет. Так, где он там у нас? На каком ряду? На среднем, да, получается? Все, мы его поджарили. Лава голову сюда выставляется. Снапдрагон и еще минка. Нифига, ребята, по-моему, я пошел на рекорд. Почти 800 тысяч. Такого доселе у меня не было. И это, по-моему, абсолютно рекорд. Без привлечения. Да, ребята, столько еще я ни разу не набивал. Так, и мы с тобой... Блин, как ты достал, а? Чепушила. Ну что же, мы с тобой зарабатываем 2 пиньеты. И давай посмотрим, что нам из них выпадет. Так, 10 крокодильчиков. Опачки, мы с тобой можем их прапать на 3-й уровень. Ага. Ё-моё. Зомби-ампот тоже прокачивается до 3-го уровня. Единственное, что, по-моему, мне с финансами не так хорошо. И я этого сделать не смогу сейчас. Ну что, друзья мои, последняя перчатка. И на кону у нас с вами 3000 монет. Поехали. Иван, 2006. Ну что же, Ваня, давай посмотрим, кто из нас лучший. Ну что, будем с вами применять, наверное, старую школу. Мне она вполне устраивает. Я вот не знаю, единственное, что... Можно было бы взять, конечно, с собой электрокамыш. По большому счету, да? А если мы возьмем вот так, у нас же будут с тобой капустные или как там, соевые зомби. Ну, в принципе, как вариант, можно взять. Так, снапдрагон, и нам не хватает с тобой только лишь... Так, где у нас огненный? Слушай, а может быть его не брать? Нет, надо брать. Надо брать. Он, по крайней мере, дает жар. Слушай, ну без лавугового тоже будет сложновато здесь. Ладно, поехали. Попробуем без лавы гуавы отыграть. Так, Let's Rock, естественно. Начинается, короче, побег с курятника. Пускай они бегут. Хотя мы можем вот так вот сделать. Предположим, да? Так, блин, надо, надо замораживать. Давай вот так вот. Срочно, просто по-срочниковски. Куда вы бежите, а? Хорьки. Так, давай-ка мы сюда на отогревку поставим. Снапдрагон пускай вжаривает пока там. Зомби почесал. Почесал у нас, да? Мы, наверное, еще одного сюда поставим. Ну и, конечно же, везде будем расставлять с тобой мины. Сюда поставим на будущее. Слушай, а снапдрагон у нас по-моему, не выдает, да, тепло? Он, по-моему, все-таки тепло не выделяет. Нам только если вот так вот как-то делать, а на него уже вот выставлять наших соевых зомби.
Слушай, по-моему, мы здесь как-то с тобой не очень хорошо идем, если честно. Мне не нравятся наши результаты наших поединков здесь. Наверное, сам заметил, да? Так что мы нам вот так, наверное, вжарим с тобой туда по полной программе. Так, здесь мы, наверное, поставим вот так. Что там происходит, а? Вот куда ты летишь? Ты думаешь, тебе все можно, что ли? Полетел он там довольный, ага, конечно. Фигушки-то там. Так же, как и вот здесь, вот тоже фигушки. 270, ё-моё, противник-то уже практически у нас на пятках. Давай еще здесь попробуем. Подожгли. Так, если, например, вот так вот сделаю. Плюс-мину. Ё-моё, а что это он так быстро бустанул-то? Как он так умудрился, а? Объясни-ка мне на милость. Как он так пробежал очень быстро? Мне-то, конечно, это непонятно было. Мы проигрываем с тобой. Причем очень круто проигрываем. По очкам так просто трындец полнейший. У него 600 тысяч, у нас только лишь 500. И как ты мне это объяснишь? А? Я не могу, я не успеваю, ребята, его догнать. Это, наверное, из этих вот зомби капустных. Да, я, скорее всего, из-за них свалился, потому что, ну, не надо было их брать. Всего лишь на 70 тысяч я продинамился. Блин, как они меня бесят. Вот они все используют вот это вот, ребята. Так, ну что, я трачу. Я трачу, я все равно... А, у меня перчаток нету. Господи, зачем я сделал? У меня перчаток нету. А свободная игра только через 2,5 часа у нас будет. Но, тем не менее, ты заметил, да, что я уже на втором, на четвертом месте. То есть нам еще с тобой 1-2 боя, и мы с тобой переместимся уже в финал, в тройку лидеров. И, как ты, наверное, заметил, что у нас уже 359 корон. А нам нужно еще 41 корона. Ну, это все у нас, ребят, будет в будущем. На объем, как ни крути. Ну, а на этом, пожалуй, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.